Кухня – это место, где вся семья собирается за столом, за едой, за разговорами или просто за дружескими посиделками. Поэтому так важно сделать кухню максимально уютной, удобной и желательно просторной. Для этого в последнее время многие решаются на объединение кухни с гостиной. Соединение гостиной с кухней – это актуально, особенно в наших квартирах, которые изначально, ну, особенно вот старые варианты, они маленькие, то есть маленькие кухни, то есть их соединяют с гостиной, то есть получается такая большая зона для гостей. Визуально разделить зоны поможет, например, барная стойка. В обеденной зоне для создания эксклюзивного интерьера можно использовать фрески или картины. А вот в ремонте самой кухонной зоны есть несколько правил. Например, не стоит забывать, что это место, где много влаги и пара. С ними лучше всего справятся плитка и мозаика. Не бойтесь придумывать самые необычные композиции. Различные цвета и орнамент мозаики сделают вашу кухню уникальной и в то же время практичной в использовании. Для отделки стен можно использовать и декоративные покрытия. Ими можно отделать либо всю стену, либо отдельные фрагменты комнаты. Правда, к выбору покрытия на кухне стоит отнестись особенно тщательно. На кухне лучше использовать либо просто покраску, либо декоративное покрытие с меньшей фактурой. То есть это просто практично. И лучше всего использовать те покрытия, которые возможно помыть. На фартук лучше использовать, то есть, ну, множество вариантов фартука. То есть это может быть и просто мебельный пристенок, это может быть керамическая плитка, это может быть мозаика. Кухня – это место, где можно смело поиграть цветом и светом. Подсветка отдельных зон и лампы добавят комнате большего уюта. Аппетита добавят сочные и вкусные цвета, например, оранжевый, желтый или красный. Не бойтесь воплощать самые смелые идеи. Помните, что именно вам и вашей семье должно быть уютно на кухне. Торгово-ремонтная компания VIP Decor. Ремонт от начала и до конца. Дизайн-проект, декоративные покрытия. Мы наполним ваш дом красотой и гармонией. Улица Ленина, 42, цокольный этаж. Телефон 59-22-40. Дизайн-студия Дарьи Саяпиной. Улица Горького, 300, офис 33. Телефон 8-914-388-69-19.